Канцлер Австрии Кристиан Керн призвал страны Евросоюза запретить проведение агитационных мероприятий турецким политикам. Комментируя запланированные в Турции изменения Конституции, Керн отметил, что введение президентской формы правления еще больше ослабит правовое государство. Канцлер обвинил Турцию в несоблюдении прав человека и высказался за прекращение переговоров о присоединении Турции к Европейскому Союзу. В преддверии референдума по Конституции он намечен на 16 апреля. Анкара планирует провести агитацию в ряде стран ЕС, в частности в ФРГ и Нидерландах. Правительство Голландии выступило против намерений Турции провести агиткампанию в Роттердаме. Лидер крайне правой партии «Свободы» Герт Вилдерс заявил: «Если бы я занимал пост премьера, я бы с середины апреля объявил персонами нон грата всех членов турецкого кабинета на 1-2 месяца». В начале марта несколько немецких городов запретили турецким министрам выступать с агитацией за президентскую республику Эрдогана среди проживающих в Германии турок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия властей ФРГ не отличаются от практики нацистов.